Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, и это канал Булгаков Play. Мы продолжаем проходить Грайм, и в прошлой серии мы закончили на лифте, но почему-то меня бросило совершенно в другую сторону. Ох, поэтому я бы хотел сегодня плюс-минус до конца досмотреть эту локацию. Вот. Может быть, что-то еще мы здесь интересненького найдем. Я что-то вообще запутался, где мы есть. Здесь платформы. Здесь лифт. Окей. Там дверь. Хорошо. Я на самом деле немножко пробежался. Там кое-где и помер, естественно. И решил, что запишем. Почему так решил? Потому что мы здесь ни одной брони не нашли в этой локации, и как-то это довольно-таки странно. Поэтому побегаем, посмотрим, поищем, подумаем, что да где как. Я бы на самом деле в самый низ бы спустился, и спустился еще под лифт, там же была какая-то перемещалка и прочее. Короче, ладно, посмотрим. Так, здесь. Окей. Всякого насобирали. Что тут дальше интересного? Здорово. И... Ну вон, да, у меня там труп лежит. Вот здесь я умер. Там, короче... Вот. Так, платформа. Вот здесь она. Ага. Окей. Что-то нашли. Мы здесь разве не были? Ой. Ага. До свидания. Так, окей. Мы здесь были вроде бы. Так, это я понял, где мы есть. Там вон лестница. А, все, это мы по кругу здесь проходили, я понял, понял. Ага. Куда-то... Направляемся. Вот что-то нашли. Да. Ладно. Что за место такое? Интересненько. Можно тут как-то вниз? Прошли. Так. Так. Да ёп. Так не насмерть. Я понял, там нужно... Щель просочится.
вообще ничего сделать не успел. Ой-ой-ой. Блять. Серьезно? Так, что у нас тут есть из желтенького? Ну, допустим. Где мы проходили-то? Здесь проходили. Да, здесь. Окей. Выжил. В смысле, алло? Фух. Бля, реально отсюда. Подожди, ну вот здесь пройдем что-нибудь. Может быть, найдем. А может, ничего не найдем. Есть мысль. Мысль есть одна. Сейчас. Мы спустимся, короче, в самый низ. Я сейчас так немножко, на самом деле. Сейчас мы спустимся вниз и попробуем кое-где там кое-как пройти. А вот. И если не получится, то пойдем в следующую локацию. Короче. Поднадоело мне это. Плюс еще все перемешалось. Тут не ходи, там не ходи. Бля, как же он долго едет. Могли бы его сделать чуть пошустрее. Это прям забирает очень много времени. Мне кажется, он стал ехать еще медленнее. Я кое-что вспомнил. Если это так, то будет в целом-то неплохо. Так. Можно мне... Давай мы сейчас силу еще качнем. Если хватит, то ловкость. Рост. Давай ловкость. Окей. 11-11. А для косы нам надо оружие. Коса. 15-15. Окей. Так, пошли. Проверяем. Да, вон, видишь? Так, куда доехали? Окей. Так, это мы доехали, я понял, куда доехали. О, ладно.
Так, мне ничего пока не надо. Так, подожди, мы здесь. Здесь мы никак с тобой не пройдем. Вниз. Вот тут вот есть, под камнем. Ладно, давай вернемся. Давай вернемся. Серьезно? Пиздец. Прикольчики. А здесь ничего не было. Здесь ничего нет. Ладно, тут мы по кругу ходили, это я помню. Там просто спуск вниз есть. Здесь. Здесь чувак сидит, отдыхает. Так, и тут ни хрена нет. В общем-то. Надоел тут тусить. Тихо. А как? Блять. Смотрим. Смотрим последнее место и валим отсюда нахер. Ах. Давай, давай. А чё я где хотел посмотреть? Здесь где-то спуск, по-моему, был. Или не было? Внизу. Ну вот же, я сказал. Дуралей. Ничего тебе не вышло, братан. Ну глянь, куда спускаемся? Понять бы куда. Ага, тут по идее типа ничего внизу нет. Ну, давай сейчас тут сначала посмотрим. Бля, и туда можно, и сюда можно. Так, ребро левое. Так, а тут нет ничего, проходов никаких. Чё-то ничего нет, ладно. Давай сначала направо сходим. Нет, нет. Вот сюда. Куда идем? А наверху нет ничего? Прям дорогу к какому-то секретному боссу. Ага, глянь, кирки всякие валяются. Что такое? Церемонный торс кода. Хорошо. Ну хорошо, что здесь тупик. В принципе, посмотрели. Теперь можно и назад вернуться. Так, назад. Вниз получается. Есть. Да.
Ой-ой-ой. А, это лифт еще и сюда. Да? А что здесь? Мы здесь были? Ушли, 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 ушли. Ноги. Я с ним не хочу драться. Да бля. Так, вон дырку вижу. А зачем она мне? Ага, срез. Откуда? Свидания. Так, ты что-нибудь там охранял? Блять. И сюда, и туда. А здесь типа прямее дорога, да? Так, два пацана. Ладно, с этими разобрались. Твою мать, блядь. Ага. Ага. Это же смерть. Ну давай. Ты чё, неохота потом по тысячу раз туда-сюда гоняться? А он тоже есть какие-то моменты. А вы кто, бля? Понял. Да серьезно, тут еще, блядь, целая вселенная. Давай ты умрешь. Дурак. Так. Ну, например, их поглотить их нельзя, я так понимаю.
Фу. Твари. Ой. Ну мы, по крайней мере, сейчас еще и силу прокачаем. У нас открылся лифт, и мы можем спокойно сейчас туда спускаться. Все-таки досмотрел бы я до конца это пространство. Пошли. Вот смотри, лифт приезжает быстро. Угу. Вниз едет медленно. А есть какие-то... Он сломался. Так не надо делать, оказывается. Надо просто на лифте до конца вниз доехать. Наверное. По сторонам посмотрим. Да, мы здесь просто проскакивали, пролетали. Сейчас этим заниматься не надо, потому что мы открыли прямую дорогу. Окей. Помнили бы, как мы еще тут куда проходили. Туда. Сюда. Не знаю, зачем мы куда идем. Так, здесь был проход, по-моему, более безопасный. Но у нас уже половина хп, блядь, нет. Скажу я так, даже больше, чем половины. Надо подхиляться. Подождем. С этими пацанами я связываться не буду. Да вниз, бля. Пиздец. Так и есть. Вот опять. Куда лестница ведет, непонятно. Ой, блядь. Так можно взрывать. Как так-то, бля? Ну мы допройдем, как бы. Ты глянь тут сколько, блядь, всего. Хотя, наверное, это больше на тупик похоже, но да ладно. Все, поехали. Побыстрее желательно. Получается, мы еще перчатки не нашли, но я что-то не уверен, что они там.
Возможно, где-то сверху. Не уверен до конца, не уверен до конца. Ладно, едем. Может побыстрее? Наверное, было бы можно. Эти шипы. Здорово. Оттуда тоже, да, есть проход какой-то. Мы сюда ходили вообще? Вообще-то больно. Бать, они жирные, короче. Тут-то мы и не были, кстати говоря. Нахуй иди. Умру. Умру. Так. Это прям печально. Как? Там я видел, бля. Видел огонек. Так, окей. Тихо. Фух. Вы, конечно, типы, блядь, здесь все. Куда я вообще спускаюсь, блядь? Там проход, тут проход, блядь. Я-то ожидал немножко посмотреть. А вот... Ладно, ну как бы, чё я на полпути-то заканчивать? Я уже, правда, забыл, где я там куда поворачивал, потому что там до хера всего. А по идее там вон еще проходы есть. Поехали. То есть мы вот здесь. Ладно, сейчас проверим.
Ну, может, полный комплект найдем. А может и нет. Кто знает. Так, мы приехали. Окей. Так, смотрим. Вниз, получается. Типа вот здесь есть проход. Он больше похож, наверное, на... срез. Так, сейчас постараюсь максимально аккуратно это все сделать. А потому что как? И заодно, наверное, пофармим уж тогда. Давай. Давай отдыхай. Бить будешь? Давай. 137. Ну, понемножку, понемножку. Сука. Так. Здесь... Давай. С тобой ебал в рот. Слишком много вас, пацаны. Так, окей, мы спускались туда. Туда. Бля, здесь мы еще не были. Там что-то есть же. Я же прям вот чувствую, вижу. Как будто проход. Но его там нет. Ладно. Куда-то, блядь, все спускаемся. Куда мы... Там на это пропустили. Сколько здесь этого крови, металла? Так, это обратная дорога. Окей. Тут чё? А, погоди, цветочки. Это же новая локация. Реально? Где? Окей. Куда это мы пришли? Ёптать, как с этим материалом работать? Ты чё, блядь, появляйся. Что за баги, нахуй?
Давай еще. Блять, чуть торможу-то. Получай, подонок. Так, это уже не очень... Что, блядь, такое было? Кто что-нибудь понял? Так, где мы? А, сад Лан-Алат. То есть это, соответственно, следующее. Это та локация, в которую нам нужно, типа, по заданию, да, я так понимаю? Держи. Взорвался. Ладно. Так, цветочки эти взрываются. А как? Да нахуя ты так сделал-то? Да тихо ты, не взрывайся. А маяк можно? Так, я хочу наверх. Хуй тебе, цветок вонючий. Я умнее, чем ты. Ага. Косу прокачаем, бля. Так, у них голубенькие эти херовины. Ой, пацаны, а где у вас маяк? Очень страшно. Так, допустим. Блядь. Брони все меньше и меньше. Окей. Теперь вообще надо внимательно, аккуратно смотреть на все. Так, нам вниз. Мы тут сверху пришли. Ты идем и идем, идем и идем. И тут почему-то нет противников. Спасибо. И, блять, нахуй я это сказал? Да, блядь. Зачем? А зачем так много-то? А чё внизу? Внизу тоже что-то есть. Ебать, серьезно? Как с тобой сражаться? Нормальный прием. Так. Окей.
Так, этот не блокируется. Как, чего, блядь? Я же его бил. Ай. Какой-то противный мужик, блядь. Иди сюда, нахуй. Что, блядь? Я это... Ну, мы пару раз попробуем. На самом деле, он какой-то тварь. Тварь, сука, собака. Ну, тут что-то более интересное. Я-то думал, там земля, блядь. Ну, предлагаю умереть. Что там? Что-то есть. Полностью 5 кусков. Окей. Сохранюсь. Как бы этого типка-то разнести? Прям было бы на красоту его, да? Наверное, нащелкать ему, блядь. Как, бля, когда уклоняться-то? Может, просто перепрыгивать через него? В принципе-то он не особо жирный. Так. Ну, я нашел стратегию, как его разнести. Сейчас попробуем. Ну, моя любимая, хули. Хули, что ты скажешь. Я не вижу смысла с ним... вот с этими уебанами так сражаться. Ладно.
Короче, предлагаю на этом закончить. На сегодня попробуем его уже в следующей серии замочалить. На этом на сегодня все. Плейлист игры будет в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео со своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.